привез человека, перегородил дорогу и еще меня посылает на три веселых буквы. Здесь не мамы. Вот, видите, еще матом ругается. Значит, можно вызвать полицию смело. Вам начихать на всех? Товарищ водитель. Это вы сами идите туда. Вам начихать на всех? Вы людям сделали дискомфорт, и вам всем начихать на все. Р-517-РС-37. Форд черного цвета. Вы будете отъезжать или все-таки мы вызовем полицию, я вас привлеку по уголовному наказанию за оскорбление личности? А? Мужчина? Или все-таки перепаркуйте машину туда? Я вам еще раз говорю, перепаркуйте машину туда. Вы меня сейчас оскорбили, я вправе написать на вас заявление. Мне это все заснято. Не делайте так, чтобы вам было плохо. Перепаркуйте, пожалуйста, автомобиль. Неадекватный человек, будьте любезны перепарковать автомобиль. Уважайте людей, а не только себя. Я хочу пройти, я иду по дорожке. Дайте мне пройти. Дайте мне пройти, пожалуйста. Можете посмотреть, здесь пройти больше негде. Это единственная дорожка, которую человек перегородил. Ругается матом, при детях при том. Спасибо. А вот это вот уже оскорбление. Сейчас я могу вызвать полицию, и вам будет хуже. Вы потом будете оправдываться очень долго за такие слова. Притом при детях. Здесь дети гуляют, а вы матом ругнулись. Вызывать полицию? Или вы все-таки извинитесь? Есть свидетели даже есть, что вы при детях ругались матом. Будете извиняться или нет? Тогда вызываем полицию.